Друзья, вот продолжаем наш репортаж из Никитского ботанического сада, город Ялта. И сегодня первый день парада тюльпанов. Сейчас я вам обещала показать очень необычный тюльпан. Сейчас я вам покажу. Пока Зинаида уже поменяла там место, локации, рисует уже под другую технику. Мы сейчас придем к ней, посмотрим, что она рисует. Пока посмотрите, какие интересные тюльпаны. Есть у вас какие, друзья, кто-то выращивает тюльпаны? Так, а как они называются? Давайте я посмотрю. Они похожи на лилию какую-то. Интересная очень форма. Где же табличка? А вон табличка там. Мужчина сидит. Вот сейчас как раз я сфотографирую эту табличку. Кому интересно, какой-то сорт. Зефирст. Красиво. Так, ну что, пойдем к нашей художнице. Так. О, Нина опять вернулась, Татьяна с нами. Спасибо, что поддерживаете, что смотрите наш эфир. Надеюсь, что вам тоже кусочек этой красоты достается и радости. Вот такой вот. Здесь вот разноцветный, разных сортов. Сейчас пересортится такая. Посмотрите, какой. Ай, красавчик. Вот. Знаете, уже начала линия. Она выбрала себе тюльпан, чей портрет рисует. Посмотрите, вот он. Вот он такой. Вот такие вот лохматенькие. Да, два тюльпанчика. Вот, и сейчас она уже рисует линером и акварелью будет, да? Да. Для темного тюльпана я взяла линер 03. А вот для белого махрового тюльпана, который я тоже хочу нарисовать, это будет линер, конечно, 01. Громче немножко нам говорит, но да, хорошо. Вот. Здесь я скомбинировала целиком композицию, соединив разрозненные цветы, вот такие, как этот бутончик очаровательный. Потому что очень редко попадается так, чтобы можно было сидеть и рисовать. Да, поэтому художник всегда, да, мысливает. Ну да, сами составляем нам выигрышную композицию. Да. И пусть она иногда отличается от того, что мы видим на самом деле, но это прерогатива художника. И вот здесь я такой же прием взяла. То есть я взяла, скомбинировала все эти махровые тюльпаны, которые здесь на полянке разбросаны. К сожалению, они не вместе все растут. Я попробую сейчас и фотографировать. Давайте. И снимать одновременно. Рук точно не хватает нам с вами. Приезжайте, помогайте. Рисовальных рук. У нас рисовали. Помогальных рук. То нам приезжайте рисовать вместе. Будем ездить по Крыму. Рисовать красивые. Так, почему? Я на фокус. Сейчас. Ой, ушла, извините. Сразу два не могу. Здесь просто таких махровых тюльпанов еще очень мало. Они, видно, еще не распустились. И целой полянкой я не встречала. Как же, полно полянок. Нет, именно такого цвета. А, такого цвета. Такого цвета. А вообще здесь на этой полянке целая сборная солянка. Но... Ну, таких махровых. Да, есть, вот таких, да. К сожалению. Они есть, но их другие, мало. Другие цвета. Да, другие цвета. Вообще, любой цветок очень хорош в виде тюльпана. Но, конечно, привлекает больше всего тюльпаны, которые очень крупные. Вот первая самая наша локация, где они красным цветом, я просто восторг испытала. Вот для меня такие крупные цветы, это для меня просто вау, какое-то необыкновенное счастье. Увидеть.
Вот. Теперь мне нужно найти резиночку. Где у нас резиночка? Где-то у меня она в пакете была. В пакете на дне резиночки, я помню, была. На колени достань. А нашла? А нашла банк? Да, профессионализм. Одно левый. Одно левый, да. А, так как я рисовала очень таким твердым карандашом, легонько, это все можно убрать. И теперь поработать с темным оттенком цвета. Здесь я буду использовать другой прием. Я буду здесь использовать комбинированный прием. Где-то рисовать с водой, где-то рисовать без воды. Поэтому я переворачиваю свою работу. Подожди, я сфотографирую тогда. Может, ну давайте. Пригодится. Сейчас только я ничего не вижу, потому что солнце там его засвечивает. Сейчас, друзья, я пока видео брала. Так, вот так. Да, видно там на книжке? Да. Все. Ага, значит, все. Я что делаю? Я переворачиваю свою работу и аккуратненько начинаю выравнивать вот эту водную свою стихию вниз. То есть я добавляю вот сюда водички вокруг цветов. Конечно, сделать это лучше всего в таких стационарных условиях. Здесь и ветер, и люди. Но зато это настроение передашь, запомнится. Да, зато это очень. А все, что касается рисования, по рисованию, по рисунку, даже если я рисовала 30 лет назад, я могу точно сказать, где я была, в каком месте это нарисовано. Вот художник запоминает это. Это равносильно как запаху духов, запоминающийся. Очень момент. Вот, так как у нас здесь нет неба, мы берем за основу охристый цвет, цвет охры, потому что он ложится в основу всего. Мы берем охру, сиреневый цвет, черный цвет. Показать. Да, да, так не видно. Надо, чтобы еще и людям было видно. И вот теперь таким вот способом я буду передавать оттенки цвета. Помним, что внизу, где зеленого, мы берем больше фиолетового, там наверх будет более коричневый цвет. Более теплый коричневый цвет. И вот сюда мы вырисовываем. Никакие фотографии не придадут того состояния, когда вы в красивом месте не фотографируете просто как всегда и все, а рисуете. Это совершенно особое, да, такое вот состояние души. Да, посещение каких-то мест. В общем, все это совершенно особые ощущения, эмоции. Да. Даже если вы не умеете рисовать, а рисуете, как я, например. Но я сегодня рисовала немножко, и мне так понравилось, только нет возможности закончить. И даже что-то стало получаться. Хотя я акварелью не очень умею. Вот. Так что просто свое удовольствие рисовать можно. Не стесняться, главное. А к нам уже больше не подходят. Вначале подходили, а сейчас уже всем... Привыкли к нам. Привыкли, да. Сказали, да ничего особенного. Да. Ну, я так набрасываю общий цвет, а потом уже даю тот оттенок, который мне нужен. Во-первых, в центре. Добрый день. Добрый день. Если я сделаю пару фотографий. Пожалуйста. Да, с удовольствием. Пожалуйста. Просто я не могу уйти. Я эфир снимаю для наших. Нет, ничего не мешаю. Вообще не мешает. Она не мешает, да? Хорошо. Пожалуйста. Мы наслаждаемся этим местом. Какой-то сейчас оттенок взял. Ой, здесь сложные оттенки. Здесь несколько цветов, и обязательно синий цвет присутствует. Обязательно
многие забывают, что тюльпаны, тюльпаны обязательно должны быть соединены с веточкой. Творчество сделать можно? Да, пожалуйста, конечно, не вопрос. Вот так. Значит, на ножку обязательно переходим с добавлением вот этого сиреневого цвета. Приглушаем оранжевый с зеленым цветом и наносим на ножку. Тогда получается тот цвет перехода. Вот видите, какой красивый получается переход, цвет на... А дальше уже мы можем более яркие оттенки дать. Мы можем кадмий, желтый, темный взять, дать. И сначала я кладу очень... Вот здесь закрытый тюльпанчик. Я кладу такие очень несложные оттенки. Видите, да? А потом добавлю зеленого цвета. Очень аккуратно нужно работать с цветом, который называется изумрудная зелень. Где она у меня? Вот. Вместо изумрудной зелени лучше брать цвет, который отвечает за голубую ФЦ с черным. И голубая ФЦ с черным и с зеленью, с изумрудной, дает ту красивую цветовую гамму, которая максимально подходит к холодным, к тюльпанам. Посмотрите, как красиво они оживают. Линер не растекается. Повторюсь, что если вы будете рисовать капиллярной ручкой, вы можете это все растечь. Это тоже бывает интересно. Вот единственное, что я жалею, что надо было взять еще наш настой кофе, рисовать кофе. Потому что графика, она рисуется разнообразными способами. Сейчас я нарисую серединку. Конечно, нужно здесь еще, как художники говорят, потанцевать. Почему? Потому что здесь нужно маленькими вот эти все махонькие штучки, они должны вот максимально красиво, вот так вот, яркие, да. Мы уделяем этому внимание. А теперь более темные места выделяем, чтобы нашу серединку очень красиво обогатить. Потому что, когда мы рисуем контрастно, получается очень эффектно. Смотрите, вот начинает проявляться уже на полную мощность наш красивый тюльпанчик. Потекло. Обязательно используем... Потом, ничего страшного. Используем различные оттенки. Не берем просто раскраску. Если что-то потекло, очень все просто убирается на тряпочку. И... следим, чтобы эта краска была светоноская, чтобы она была очень яркая. Так, сейчас добавим серединку мы внутри следующего тюльпана. Это напишется, как, ух ты, какая теплая, яркая, солнечная тюльпана. Да. Но не очень теплая, ветер холодный продувает. Да. Да. Ну, я напоминаю, что у нас с вами репортаж онлайн-школы «Русская роспись». Мы рисуем в Никитском ботаническом саду. И завтра приглашаем вас на... Приглашаем рисовать тюльпаны уже в прямом эфире. Да, на подробном уроке уже будем рисовать. Сейчас просто показываем такие наброски в процессе нашей прогулки. Да, это быстрый набросок. Здесь у меня нет возможности просушить. А где гиацинты? Где? А? Где гиацинты? В горшках растут дома. Где? А мы здесь хотели поснимать. Я так люблю гиацинты. Это одни из самых любимых моих цветочков. В горшках дома. Хорошо. Вот. И таким образом мы... Теперь добавим немножко. Чуть-чуть. Так, ты как корн, Паша, а Вита? Вот такие же, по-моему, сзади тебя целое поле таких бордовых. Вот сзади нас махровых, вот таких. Да? Да, целая кучка. Да? Почему мы их не увидели? Мне кажется, это они. Вон. А, точно они. Представляете, я их не увидела. Вот смотрите, вон, видите, надо... Я поняла, что там.
Вот запомнила, что там. Сидим спиной к этой красоте. Сижу. Здесь вылавливает один. Да. Ничего. А мне и хотела. Ну, художник он же вот просто. Вот смотрите, как получается. Да, хорошенький набросочек. Видите, какой милый набросочек получается. Сделаем еще один набросочек. Я хочу сделать махровый белый цвет. Вот как сделать белым цветом акварелью, правда? Интересно, да, здесь уже сниму сейчас. Давай.